друзья, получили обновленные Тунгус 600. Сейчас будем их вскрывать, показывать, что в них было изменено, что мы планируем в них изменить для приведения их в полный порядок и небольшой модификации, модернизации, которая позволит двигателю, ну, снегоходу стать более качественным, он будет меньше ломаться, мы убираем все заводские болячки и увеличиваем мощность. Вот с чего начинается, собственно, весь процесс работы. Вот у нас два экземпляра. Ну что, поехали? Будем поэтапно вам сейчас снимать и показывать. Ребят, снегоход готов. По снегоходу, в принципе, изменений немного, но они есть. То, что сделал завод, это изменена система. Видите, сам изменен фильтр воздушный. И изменен выхлоп, выхлопная система. То есть, соответственно, это уже дорабатывать мы в этом сезоне не будем. Но что из боляк осталось и что мы будем дорабатывать, это обязательно будет сейчас перебран карбюратор, потому что они достаточно проблемные, штатные. Мы сейчас всю начинку поменяем карба. От чего мы будем ставить, вам не скажу. Это как бы наша коммерческая информация. Но там будет полностью японская начинка. Он станет ехать намного резвее и чихать, как бы там кряхтеть, пердеть не будет. Будет усилено крепление двигателя к раме. Мы сейчас вскроем коробку, заменим шестеренки на обновленные. Мы сейчас полностью проверим и загерметизируем всю электрику. Знаете, что распиновка иногда у них не попадает. Сейчас будут у нас полностью все важные узлы и элементы протянуты. Причем мы садим на резьбовой герметик болты, которые, ну, там очень держат какие-то важные узлы. Вот, они садятся полностью на резьбовой герметик. Что еще мы сейчас будем делать с ним? Мы будем перепроверять всю электрику, мы обязательно проверяем соосность. Немножко будет перерегулирован, перенастроен вариатор, потому что после изменения нами системы, топливной системы, он станет значительно резвее, и нам необходимо, чтобы вариатор реагировал немного иначе. Это сейчас, собственно, и будет сделано. Вот, ну, вот такие вот работы сейчас мы начнем проводить, и у нас получится наш Тунгус 600 LE от компании X-Motors. Ну что, друзья, начнем. Осуществлен демонтаж карбюратора у нас, мы сняли коробку, сейчас проводим модернизацию, модификацию по карбюратору и по коробке. В частности, у нас здесь вот сейчас лежит коробка, под нее подготовлены шестеренки. Шестеренки ставим совершенно другие, другого снегохода, от какого не скажу вам, извините, это коммерческая информация. Но после установки наших шестеренок передаточное число меняется, и коробка, конечно же, переключается значительно лучше, чем штатная. Вот, собственно, сейчас что и будет у нас произведено. Ну и, собственно, карбюратор. Сейчас он будет полностью перебран, будет установлен в него новый ремкомплект от японского образца карба, и карб, конечно, будет уже практически переделан, что значительно увеличит мощность двигателя. Мы немного еще изменим входное отверстие для того, чтобы воздушный поток увеличить, вот, благодаря чему мощность двигателя будет уменьшена, а доработки по коробке, которые я вам сообщил, они, собственно, устранят все заводские болячки касаемо коробки. Ну и здесь, конечно, будет изменено крутящий момент, то есть снегоход станет ехать резвее. Ну что, карбюратор на месте уже у нас установлен, коробка на месте установлена. Сейчас будет проведена ревизия электрики. Как видите, вот такая, в таком состоянии электрика приходит с завода. Мы сейчас будем ее обрабатывать антикоррозийным материалом, но это такая специальная поверхность, и, конечно, вот это вот все будем приводить в порядок, и чтобы так все не висело, и чтобы было более грамотно сделано. Вот это следующий этап работ, так что погнали, поехали. Вот таким средством у нас происходит обработка всей электрики. Хорошее средство, отталкивает воду, то есть электрика в местах крепления
не ржавеет и так далее. Вот. Таким образом обрабатывается электрика, ну, по крайней мере, все узлы, соединяющие данного аппарата. Ну, а это уже результат наших изменений. Как видите, с проводкой полный порядок. Все сделано очень красиво. Мы полностью обрабатываем проводку специальным наносредством для защиты от коррозии. Ну и, конечно же, все очень красиво и грамотно укладываем. Кстати, некоторые провода, сечения меняются, потому что заводское сечение очень маленькое, бывает, что расплавляется. Вот, ребят, готовый аппарат, который была проведена полностью модификация, которую мы называем LE. Как я вам уже показал, полностью перебран и заново сделан карбюратор. Полностью была перебрана коробка. Это сделано уже на базе обновленной серии снегоходов 2020 года. По ним на самом деле достаточно много полезных изменений. У нас будет приложена фотография, там сравнение, штатный вариант и доработанный. Вот у нас этот вариант уже готов. Вот этот вариант, это, кстати, базовый, сейчас загоняется на аналогичную работу и будет проведена такая же доработка. Ну, давайте заведем, посмотрим, как он будет работать. С доработанным карбюратором, конечно, заводится и работает четко. Это вот, собственно, доработано, и сейчас попробуем завести пока еще в базовом исполнении, в заводском, со штатным карбом и так далее. Сейчас подсосик, может, не надо. Андрюха, иди нажми мне, пожалуйста, курок газа. Газ нажми мне. Все так работает? Серьезно? Ну, он, видимо, прогреться должен, но отличие, я думаю, что заметное, как работает со штатным карбом. Конечно, прогреется, сейчас будет получше работать, но... Ну, еще раз покажу, как заводится и работает доработанный тунгус. Без газа, без ничего. Ну, совершенно по-другому работает снегоход. Откликается на курок газа совершенно по-другому. Даже звучит по-другому. Ну и в конце еще раз вам покажу, как в заводском исполнении работает снегоход. Ну, мне кажется, все понятно. Сейчас по этому снегоходу такие же работы будут проведены, он будет шептать вообще и работать совершенно по-другому. Вот такой, собственно, объем работ проводим мы по модификации, доработкам Ирбис Тунгус 600. Дорабатываем 500-ки, 600-ки и 400-ки. Дорабатываются они все одинаково, по сути. У них отличия есть, конечно, в карбюраторах, но мы используем разные комплекты под каждый карп отдельно. И они становятся намного более качественно работают, четко работают, едут быстрее, разгон лучше, переключаются лучше. Причем, кстати, шприцуем, смазываем всю подвеску, ключевые болты ставим, садим на резьбовой герметик, что, собственно, исключает вот эти вот какие-то там возможные проблемы заводские. Ну, собственно, вот так. Что хотели, то рассказали. Всем спасибо. Встречайте доработанные Ирбисы Тунгус 2020 года от сети мотоцентров X-Motors. Всем спасибо, всем пока. Thank you.